Он единственный, кто достоин славы. Он единственный, кому стоит и надо поклоняться. Этот агнец невинный, он был заклан за тебя и меня виновную. И когда мы приходим к его ногам, нельзя ему не поклоняться. А если мы приходим ему поклоняться во имя его, то поклониться мы ему должны по-настоящему. Ты можешь поклониться вместе со мной. Ты можешь, если хочешь, встать перед его лицом. Все согрешили и жертвы козлов не смогли омывать их грехов. За каждый грех должна быть смерть. За каждый грех должна быть смерть. Но был на небе однажды совет, кто пойдет за грешников на смерть. И Божий Сын сказал Отцу: я пойду, я умру. Oh!
грехом мою душу опять запятнал. Прости меня, Отче, тебя я молю, во имя Иисуса к тебе прихожу. Иисус в тот же миг предстал пред Отцом. Вот раны мои, и вот моя кровь. Отец мой не видит проказы греха, он видит пролитую кровь за меня. Драгоценный наш, тебе слава на этом месте, из каждого сердца тебе да будет слава. Ты достоин, и придет тот момент, когда мы все вместе со всеми святыми на небесах, да умножится слава тебе на земле, да умножится она тебе сегодня в этот вечер. И мы поклоняемся тебе, Агнец, закланный за нас.